відсоток нам всім насправді. А хотів спитати, Павел, про Іран і про співпрацю по військовій лінії. Ми розуміємо від вас цифру про $1.5 мільярда, які отримує фактично на розвиток свого, а де-факто ставимо знак рівняння союзної держави ВПК. А ми розуміємо, що переноситься і буде базуватися в Росії виробництво шахедів, і не тільки шахедів, тому що це не є одна, це тільки одна з складових, там і балістичні ракети. Що ми знаємо детально про те, як Мінськ зараз з Тегераном налагоджує цю співпрацю і робить безпосередньо в себе якісь конкретні військові об'єкти, які будуть робити поставки цих товарів, тому що удари з території Білорусі вже відбуваються, лише залишилося зробити мануфактуру, да? Первое, мы однозначно с вами знаем, и это не требует какой-то проверки, что под Барановичами есть предприятие, на котором производятся дроны. Лукашенко посещал это предприятие, проводил совещание с участием министра обороны, председателя Государственного военно-промышленного комитета. Это первое. То есть производство уже, база есть. Второе. Мы знаем, что незадолго до смерти Макея, бывшего министра иностранных дел, он посетил Тегеран. И там обсуждались вопросы экономического сотрудничества. Через две недели после визита Макея Тегеран посетил премьер-министра Головченко, премьер Лукашенко, бывший, кстати, председатель Государственного военно-промышленного комитета. У нас есть сведения о том, что в Тегеран вылетали офицеры белорусские, вооруженных сил Беларуси, и что тематикой обсуждения было использование технологий иранских по производству дронов на территории Беларуси. Поэтому здесь как бы все сходится в одной точке, что такое производство в Беларуси налажено, и что, по нашим сведениям, в ближайшее время будут испытания, и фактически перейдет это к серийному производству. Что касательно баллистических ракет, то же самое. Мы знаем, что выезжали представители Минобороны вооруженных сил Беларуси в Тегеран и обсуждали эту тематику. Это говорят наши инсайды. Одновременно, две недели тому назад, из американских источников была публикация, я читал это в одном из украинских каналов, о том, что американцы подтвердили факт заключения сделки по производству баллистических ракет между Ираном и Россией. Ну, опять же, я использую в данном случае источник украинские СМИ. Соответственно, мы понимаем, что в этом проекте завязаны будут и белорусский военно-промышленный комплекс. Следующее. Посмотрите визит Шойгу, известный. Помните, в субботу он неожиданно прилетел. Тогда при подписании секретного соглашения присутствовали вице-премьер Пархомчик и председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Зачем они сидели при подписании этого протокола? Ну, это далеко ходить не надо. Ну, не просто же они были зрителями или там стакан водки подымали за славославу российского оружия. Они обсуждали вопрос размещения оборонного, военного, ну, оборонного, тут сказать, неправильный термин, да, наступательного заказа на предприятиях военпрома Беларуси. Так что все это сходится, опять же, к иранскому сценарию, и не только, это сходится в том числе к тому, что сегодняшняя задача Лукашенко перед Путиным — поставить на военные рельсы экономику Беларуси. Весь